Клеревским, мы с Максимом Цыплаковым. Два крайних нападающих, пара защитников, Яков Рылов и Патрик Херсли. Шайба выбрасывается в зону Витязя, и сразу возникает опасный момент. Бросок, гол! Михаил Янков, 11 секунд ему потребовалось для того, чтобы открыть счет в этой встрече. Но он, конечно, сделает все не один, без партнеров никуда. Фантастическое начало для «Спартака». В свою очередь, очень тяжелое начало для Ильи Ежова. Отброс отбивает перед собой эту шайбу голкипер Витязя. И дальше спартаковцы очень быстро разыгрывают на подборе. Сыграл Цыплаков, Котляревский увидел, что Юньков совсем один и не пожать.